втулка с клапаном избыточного давления, которая защищает от осколков этот хлястик, происходит взрыв, происходит скачок избыточного давления, и этот скачок избыточного давления, проходя мимо нашего объекта, избыточное давление попадает, естественно, внутрь камеры. А затем, когда оно уходит, давление выравнивается, и повышенное давление внутри камеры убирает саму крышку, клапан, для того, чтобы был феномен, ну, как бы, самообслуживания. То есть заправляем мы руками для спасения, а затем не нужно тратить время на то, чтобы открывать крышку и заниматься монтажом системы.